Итак, всем добрый день. Начинаем модернизацию ноутбука при помощи двух планов памяти, благодаря которым, то есть мы увеличим память с 2 гигабайт до 4 гигабайт для комфортного использования в современном программном обеспечении. Так, мы поставим две планки Samsung и уберем две планки Qmod. Это немецкая фирма, которая, увы, разорилась в 2009 году. Ну и посмотрим, что там за планки. Так, ну а сейчас я вставлю видео по характеристикам этих двух типов памяти, который стоит непосредственно сейчас в этом ноутбуке Toshiba A200 Satellite-23U. Так, ну и которое мы поставим. Смотрим. Итак, давайте более подробно рассмотрим характеристики программки KPU-Z, то есть процессор, который стоит на данный момент, кэш различного уровня, материнская плата, дальше память 2 гигабайта DDR2 с расширением до 4. Так, ну и слоты памяти Qmod, первая и вторая. Ну и графическая плата по обработке графического изображения на 512 мегабайт данного производителя. Так, ну давайте пробежимся быстро по тестам AIDA64. Итак, мы посмотрели основные характеристики, ну и приступаем к модернизации. Так, для этого перевернем ноутбук. То есть здесь слот памяти находится в этом отсеке. То есть, ну и приготовим инструмент. На всякий случай какая-нибудь карточка, ножик. Ну или скальпель можно, ну и отвертку. Хотя можно обойтись отверткой, когда будете устанавливать память. Так, первым что делаем, нам нужно убрать все источники питания, то есть подключение к сети, ну и убрать непосредственно аккумулятор, который стоял здесь. Отложим его пока в сторону. Так, дальше при помощи отвертки откручиваем винт крепежный. Так, ну и достаем крышку отсека, где находится память. Так, ну и вот как мы здесь видим, стоят две планки памяти, нулевая и третья. Так, ну и при помощи либо отвертки, либо вот при помощи стандартного канцелярского ножа достаю эти две планки. Так, ну и давайте менять на новую память от Samsung.
есть новую поставим, старую. Берем. Так, и вторая планка. Новая. От Samsung. Так, ну а старую кимоду убираем. Может быть, для следующих модернизаций, если будут таковые. Ну или так, для памяти продажи. Так, ну и давайте вставлять. То есть здесь DDR2 память. То есть при помощи вот этой прорези ключа. То есть можно вставить слоты только предназначены для DDR2 памяти DDR2, DDR3 только в DDR3, ну и DDR4 только в DDR4. Здесь у нас DDR2, вставляем первую. Память под 45 градусов и закрепляем. Так, ну и вставляем вторую память. Тоже под 45 и закрепляем. Так, вот мы установили память. Так, ну и обратно возвращаем на место. Крышку отсека памяти. Ну и прикручиваем ее. Так, все. Так, ну и давайте обратно вернем на место аккумулятор для того, чтобы включить данный ноутбук и посмотреть, как себя ведет память. Итак, давайте посмотрим на новую конфигурацию ноутбука. То есть здесь вот представлено в программе KPU-Z. Так, процессор мы не меняли. Кэш нескольких уровней тоже не меняли. Материнскую плату не меняли. Так, мы поменяли память. Ну и как видите, поддерживает 333 МГц. Хотя память сама может поддерживать и 400 МГц. То есть первый слот и второй слот памяти. Графическая карта на 512 мегабайт установлена, дискретная. Так, ну и здесь пока все. Так, всем спасибо за внимание. Удачных модернизаций. До следующей модернизации, а именно установки вместо текущего жесткого диска твердотельный накопитель. Всем удачных покупок. До свидания.